Всем привет! Это третья часть по вязанию нашей ламы. Надеюсь, что вы выполнили домашнее задание. И вот я провязала 9 рядов по 54 столбика. Ну, только так могу вам показать. Набила шею, вы тоже не забывайте набивать. И когда я начинала вязать 9 рядов, то у меня закончился второй моток ниток. Это для информации. И не знаю, хватит ли мне. Я посмотрела, оказывается, у меня осталось вот немного еще такой пряжи. Может быть, хватит закрыть голову. И поэтому, наверное, хвостик и ушки мне придется вязать уже коричневым цветом. Но это небольшое отступление. Итак, давайте будем продолжать с вами вязать. И следующий ряд, все следующие ряды у нас уже пойдут с вами убавки. Нам нужно будет закрывать голову. И начинаем мы с 7 столбиков убавка. 6 раз в этом ряду. Первый столбик. Второй. Третий. Четвертый, пятый, шестой, седьмой и провязываем убавку. Провяжите так еще 5 раз. Провязали этот ряд, и теперь, пока мы знаем ряды, то есть это у нас был 13 ряд, нам нужно с вами поставить глазки. Так, глазки у меня будут на безопасном креплении. И что еще про глазки? Значит, по фото, по схеме, у ламы делали мордочку, лицо делали сбоку. Я не стала так делать и сделала впереди. Вы уже смотрите, как вы сами хотите, куда бы у вас смотрела игрушка. Я буду делать так же, как и беленькую, чтобы она смотрела вперед. Так, как вам удобнее показывать. Значит, как обычно я делаю, складываю пополам. Находим 11-12 ряды. То есть последние, где были убавки, это был 13 ряд. Значит, этот 12, это 11. И вот между 11 и 12 рядом мы должны с вами поставить глазки. Сейчас я пока примерно поставлю, чтобы вам показать. Вот так ставим глазик. Между глазками у нас с вами должно быть 13 столбиков без накида. Так, считаем: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Получается неровно. Вот так где-то должно быть. Так. Посмотрим. Здесь 4 столбика, здесь 4 столбика. В принципе, вроде ровно. Единственное, что глазки я использую также 14 миллиметров, но игрушка получается чуть больше. Но ничего, ладно, оставлю эти глазки, сейчас закреплю и встречаемся. Все, глазки я закрепила. Итак, дальше я не буду показывать, расскажу вам словесно, потому что дальше идет все очень просто, идут одни убавки. Следующий ряд вы провязываете 6 столбиков убавка 6 раз. Следующий ряд 5 столбиков убавка 6 раз. Следующий 4 столбика убавка 6 раз. Следующий 3 столбика убавка 6 раз. Следующий 2 столбика убавка 6 раз.
затем столбик убавка 6 раз, потом 6 убавок и закрываем голову. То есть не забываем еще и набивать голову. Думаю, что все понятно, несложно. Мне просто неудобно будет показывать, потому что очень большая игрушка. Итак, провязываем оставшиеся ряды с убавками, закрываем голову и встречаемся. Итак, вот я довязала голову, набила, не хватило мне ниточек, видите, довязала коричневыми. Ну, ничего страшного, там совсем чуть-чуть. Итак, продолжаем вязать с вами дальше. И дальше мы с вами будем вязать мордочку. Начинаем мы мордочку, набираем 6 воздушных петель. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. И начинаем вязать со второй петли от крючка. Провязываем 4 столбика без накида. Первый, второй, третий и четвертый. В последнюю петельку мы провязываем с вами 3 столбика без накидов. Все в одну петлю. Второй, третий. Теперь переходим на вторую сторону и провязываем 3 столбика без накида. Первый, второй, третий. И в последнюю петлю мы с вами провязываем прибавку. Провязали с вами первый ряд. В нем получилось у нас с вами 12 столбиков. Вяжем следующий ряд. Следующий ряд мы начинаем с прибавки. Провязываем прибавку. Дальше мы провязываем 3 столбика без накида. Первый, второй, третий. Следующие 3 петли мы провязываем прибавки, то есть 3 прибавки подряд провязываем. Первая прибавка, вторая прибавка и третья прибавка. Дальше мы провязываем 3 столбика без накида. Первый, второй, третий. И провязываем 2 прибавки подряд. Первая прибавка, вторая прибавка. Провязали с вами второй ряд. Дальше мы провязываем 6 столбиков без накида. Первый, второй, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Дальше мы провязываем с вами 5 прибавок подряд. Первая прибавка, вторая прибавка, третья прибавка четвертая. И последняя, 5-я прибавка. Дальше мы провязываем 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий,
четвертый, пятый, шестой. И провязываем прибавку. Провязали третий ряд, в нем должно получиться 24 столбика без накида. Следующий ряд провязываем 9 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый. Дальше провязываем 3 прибавки. Первая прибавка. Вторая прибавка. Третья прибавка. И дальше довязываем ряд до конца, 12 столбиков без накида. Второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый и двенадцатый. В этом ряду у вас должно было получиться 27 столбиков без накида. И следующие 3 ряда мы провязываем с вами без изменения по 27 столбиков без накида. Провяжите их, пожалуйста, самостоятельно. Все, вот я провязала 3 ряда, сделала соединительный столбик, ниточку обрезала. Если вы будете пришивать этой же ниточкой, значит оставляете ее по длине. Я буду пришивать другой. И вот такая мордочка получилась. Так, дальше. Дальше давайте с вами свяжем ушко. Вот я одно уже связала ушко. Вот такое оно получается ушко. Итак, в кольцо амигуруми либо в начальную петлю. Здесь все как обычно. Мы с вами провязываем 6 столбиков без накида. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Я вяжу другими нитками, потому что у меня закончились нитки цвета тела. Вы смотрите сами, вяжите тем цветом, каким вы вяжете либо тело, либо, если хотите, тоже другим. Так, второй ряд провязываем без изменений, 6 столбиков без накида. Так, первый. Второй. Третий, четвертый, пятый и шестой. Провязали. Вяжем следующий ряд. Следующий ряд мы провязываем с вами 6 прибавок. Первая прибавка. Провяжите так еще 5 прибавок. У вас должно получиться 12 столбиков без накида. И следующий ряд мы провязываем без изменений 12 столбиков без накида. Провязали этот ряд.
И следующий ряд мы провязываем с вами столбик прибавка 6 раз. Провязали столбик и провязали прибавку. Провяжите так еще 5 раз. В конце ряда у вас должно получиться 18 столбиков без накида. И следующие, будьте внимательны, следующие 9 рядов с 6 по 14. 9 рядов мы провязываем по 18 столбиков без накида. Итак, довяжите этот ряд столбик прибавка и провяжите 9 рядов по 18 столбиков. Итак, провязали 9 рядов. Вяжем следующий ряд. Мы провязываем с вами 7 столбиков убавка 2 раза. Первый, второй столбик, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и убавка. И еще раз. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и убавка. Провязали, складываем ушко пополам и теперь провязываем за обе половинки уха 8 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и последний с краю восьмой. Все, ниточку в петельку и оставляем нить для пришивания. Я попробую пришить этими ниточками, не знаю, получится или не получится. Оставляем ниточку, здесь подтягиваем. Все, вяжем два ушка и дальше мы будем вязать с вами хвост. Хвост также мы в кольцо амигуруми либо в начальную петлю провязываем с вами 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Так, следующий ряд провязываем 6 прибавок. Первая прибавка. Провяжите еще 5 прибавок. У вас получится 12 столбиков без накида. И третий ряд мы провязываем без изменений. 12 столбиков без накида. Так, следующий ряд, четвертый, мы провязываем с вами 3 столбика прибавка, 3 раза. Первый столбик, второй, третий и провязываем прибавку. И так еще 2 раза. Первый, второй, третий, прибавка. Провяжите так еще один раз. В конце ряда у вас получится 15 столбиков без накида. И следующие 6 рядов с 5 по 10 мы провязываем без изменения 15 столбиков без накида. Провязали 6 рядов. Следующий ряд мы провязываем 3 столбика убавка 3 раза. Первый столбик,
второй, третий, убавка. Провяжите так еще два раза, у вас получится 12 столбиков без накида. И следующий ряд провяжите без изменений, 12 столбиков без накида. Провязали. Следующий ряд мы провязываем 2 столбика убавка 3 раза. Первый столбик. Второй. И провязываем убавку. Провяжите так еще два раза. В конце ряда у вас получится 9 столбиков без накида. И следующий ряд провязываем без изменений. 9 столбиков без накида. Все, провязали. Дальше я хочу провязать вот это за обе стенки. И у белой ламы я тоже провязывала. Вы, если хотите вот такой круглый хвостик, то будете пришивать по кругу. Я хочу плоский хвостик, поэтому я провяжу за обе стенки. Первый столбик, второй, третий и четвертый. 4 столбика без накида. Ниточку также оставляем для, извините, пришивания. Все. На этом все детали для самой ламы у нас с вами связаны. И теперь мы будем собирать сначала с вами игрушку, а потом уже вязать для нее украшения. Так, но прежде чем начать все оформлять, пришивать, так как у меня глазки получаются очень, скажем так, выпуклые, да, я хочу сделать небольшую тяжечку. У белой ламы я тоже делала. Хотя по схеме нету тяжки, но там ставились просто черные глазки. Может быть, даже пришивались, не знаю. Но они были более плоские. Здесь это выглядит очень некрасиво. Поэтому я хочу сделать небольшую тяжку. Вот здесь с вами у нас будет располагаться мордочка. Это необычно, но я хочу вот именно здесь, отсюда начать делать утяжку. Так, забываю. Поэтому я вот ввожу где-то здесь иголочку. Вывожу сбоку глаза. Оставляю ниточку. Ввожу с другой стороны глаза. Вывожу сюда же. И подтягиваю. Вот, видите, глазик немножко уходит. Теперь отступаю один столбик. Все равно здесь ничего не будет видно, здесь будет мордочка. И то же самое делаю со вторым глазом. Так, вывели. Здесь ввожу иглу. И выводим. И тоже подтягиваем. Сильно мне не нужно, но вот немножко, чтобы они утонули как бы внутри. Все, вот глазки немножко утонули. И теперь я буду завязывать узел. Так. Завязала узелки, ниточки можно прятать, можно не прятать, все равно здесь будет мордочка, и они спрячутся. Итак, берем мордочку. Мордочка немножко разной формы получается, и вот где она более кругленькая, там можно установить носик на безопасном креплении.
Вот я установила, но это не обязательно. Можно потом будет вышить носик. Итак, вот круглой, более круглой стороной мы располагаем наверх. Так. Сейчас немножко закреплю. Вот так. Где-то вот начинаем пришивать, мы располагаем мордочку под глазками. Посерединке находим серединку, то есть отсчитываем там, допустим, отсюда 4 столбика, значит и отсюда 4 столбика. Я пока не добавляла наполнитель, потому что будет мешать, в конце не дошью, и тогда уже набью мордочку. И здесь где-нибудь вот под шею располагаете и пришиваете. Пришиваем мы, так, сейчас, секунду, как вам показать. Захватываем столбик на голове. Я пришиваю обычной ниточкой. И снизу захватываем одну петельку. Затем вводим иголку в то же место, где у нас выходила ниточка из головы. Снова захватываем столбик. И в следующую петельку, которая идет снизу, мы снова продеваем ниточку. И так по кругу мы пришиваем. Видите, ничего не заметно, даже если я пришиваю обычной ниткой. Итак, располагаем, чтобы было ровненько. И пока пришиваем, но не до конца. Увлеклась я пришиванием. Хотела показать вам не дошитую, но набитую. Но увлеклась и дошила до конца, забыла показать. Вот так сейчас выглядит игрушка с пришитой мордочкой, уже оживает. Так, дальше мы будем с вами пришивать ушки. Ушки, прежде чем пришить, нужно им придать форму небольшую. Но можно это, конечно, сделать и во время пришивания. То есть нам нужно их немножко вот сложить, сделать вот такие. Можно так пришить, но я прошью немножечко, чтобы они уже надежно держались, и потом буду уже пришивать. Вот, видите, прошила, и уже оно приняло вот такую форму. Ну, плюшевые нитки пожестче, конечно, получаются ушко, чем из софти. Так, ушки на макушке. Ушки пришиваем наверху. Так, как всегда, находим центр. По центру равняемся. И где-то примерно, так, ну как же мне вам показать-то? Так, нашли центр. И где-то примерно вот глазик. И вот примерно где глазик. Вот, у меня это выходит 1, 2, 3. 3 ряда. Ушко мы прошили. И вот прикладываем его, получается, где-то к третьему ряду, наверное. Третий, четвертый ряд, чтобы ушки были наверху. И пришиваем обычным способом.
Можете своим способом пришить. Так, вот центр еще раз. Захватываю столбик на голове. Ушко подтянулось сюда. Теперь протыкаю ушко насквозь. И снова столбик на голове. Где-то выходит там 3 столбика вперед. Снова протыкаю ушко. На голове чуть-чуть сдвигаемся. Столбик на голове. И снова ушко насквозь. И вот так пришиваем. Так, думаю, вам все понятно. Дошивайте ушко и пришиваем второе. Точно так же. Смотрите, чтобы они у вас располагались симметрично. Вот, пришила я ушки. Ну, прям пацан-пацан у меня получается. Так, ушки плюс плюша тяжеловатые, поэтому если вдруг плохо держатся ушки, прошейте еще сюда прошили и прошейте еще назад, чтобы они уже более надежно у вас были. И софти они там хорошо держатся, они легкие получаются, а плюш все-таки потяжелей. Итак, осталось нам с вами пришить хвост. Ну, здесь ничего сложного нет. Находим попочку у игрушки. Здесь даже видно, вот где пипочка. Берем хвостик и таким же способом, как мы пришивали с вами ушко, мы будем пришивать хвост. Так, вот он хвостик. Располагаем его на попочке вот так. И проверим только, да, чтобы он немножко, вот тут у меня шовчик уходит. Набило, наверное, так. Поэтому я чуть-чуть сдвину хвостик. Смотрите, чтобы он был посерединке. Развернем вот так. И точно так же захватываете столбик на теле. Здесь, где мы провязывали ряд, захватываете насквозь хвостик. Дальше снова захватываем столбик на теле. И снова на хвостике следующую петельку. Видите, как крошатся нитки. И дальше также продвигаемся на теле и на хвостике. И так пришиваем до конца весь хвостик. Опять же, если хвостик вдруг не нравится вам, как держится, прошейте еще раз в обратную сторону для надежности, если вдруг вы сомневаетесь. Видите, падает. А у софти он прям держался. Но разница еще в чем? Мне нужно было вам показать, как пришиваю. Разница в том, что у белой ламы я начинала пришивать хвостик вот отсюда. И он как-то сам вот так хоп и встал. Поэтому я сейчас
прошью еще и с этой стороны, чтобы он уже держался. Давайте я прошью и потом покажу. Ну вот, я прошила с этой стороны еще. Видите, хвостик уже более-менее торчит. Но он все равно тяжеловатый, но хотя бы не падает. Итак, следующее, что нужно сделать, это вам нужно, я уже оформила, оформить мордочку. Здесь ничего сложного, поэтому я не стала показывать. Можно в других мастер-классах, кто не умеет, посмотреть. Просто вводится игла где-нибудь сбоку. Вышиваем над глазиком и потом еще вышиваем одну ресничку. Я сделала чуть подлиннее, обычно делают, ну, где-то рядом с глазом, но большая игрушка, я сделала чуть-чуть подлиннее реснички. И нужно вышить мордочку вот снизу под носиком полосочку и в виде ротика. У этой игрушки я сделала из софти реснички и эту полосочку. Следующее, что нам еще осталось сделать для игрушки, и игрушка будет уже, кроме украшений, вся готова, это сделать челку. Ну, челку, я думаю, что все зацепилась, понимают, что сделать ее несложно. Так, запутались у меня нитки. Давайте сейчас распутаю. Игрушка плюшевая. Вот здесь я делала у этой ламы из той же самой пряжи, из которой делала ей мордочку. То есть я просто разделила на отдельные ниточки. Видите, и такая вот кудрявая как бы челка получилась. Здесь игрушка плюшевая. Не хочу делать из плюша, потому что голова небольшая. Взяла вот примерно под цвет тела ниточки. Ну и просто вот наматываем на руку столько, сколько нужно, какой густоты челку вы хотите. Можно не на руку, можно на что-нибудь другое намотать. Так. Видите, опять запутались. Так, ну ладно. Не будем терять время. Сейчас я обрежу ее. Так, оставлю я такую челку. Слишком густую не буду делать. Вот сняла я с рук. С руки. И сейчас просто мы завязываем узелки. Покрепче, да? Все, завязали. Ну, многие уже знают, как это делать. Показываю на всякий случай. Разрезаем. Так, не разрезалась. Берем игрушку, прикладываем где-то вот к центру головы. Будем приделывать челку. И смотрим. Видите, чуть-чуть длинная у меня челка. Но я сначала сейчас приделаю ее вот сюда, а потом уже подрежу той длины, которая уже будет нужна. То есть приделываем очень просто. Вот этими ниточками, которыми мы завязывали, продеваем по центру и завязываем узелок. Ну вот, я приделала. Эти ниточки, я даже не заправляла их вовнутрь, которыми привязывала. Я их сюда же прям в челочку и подсоединила. Все, подрезала так, чтобы было видно глазки. Потом в конце я вам ее покажу в полный рост, потому что она большая получилась. Лама. Прям намного больше, чем из софти. Итак, дальше мы будем с вами вязать коврик. Коврик, плед. Кому как удобно, тот так может это называть. Вот он вяжется просто в виде овала. И вот видите, он сам как-то вот так выгибается в такую форму, чтобы хорошо ложиться на спину игрушки. Для коврика
Используйте любую пряжу, какая у вас есть. Коврик я тоже буду вязать не из плюшевой пряжи, потому что иначе получится очень толстый. Я сейчас соберу все остаточки ниток, которые у меня есть, и уже никуда они, в общем-то, пока не пригодятся, потому что их очень мало. Начну я вот с таких ниточек. Это тоже 25% шерсть, 75 акрила. Такая разноцветная ниточка у меня осталась. Ну, когда-то я шапочку детскую вязала, и вот у меня эта ниточка осталась. Я хочу ее вот использовать, чтобы она, ну, не лежала зря. Так, сейчас нам нужно с вами набрать цепочку из 24 воздушных петель. 3, 4 и так далее. Набираем 24 воздушные петли. И принцип вязания коврика, он основан на вязании овала. То есть, ну, как обычно мы вяжем овал. Что-то мы с вами... А, вот мордочку мы наподобие так вязали с вами. Итак, начинаем вязать от второй петли от крючка. Со второй петли от крючка мы провязываем сразу с вами прибавку. Провязали прибавку. И далее мы провязываем 21 столбик без накида. По цепочке провязываем 21 столбик без накида. Я не буду все показывать, давайте провяжите самостоятельно 21 столбик, и мы с вами встретимся. Провязали 21 столбик, осталась одна петелька, и в последнюю петельку мы провязываем 3 столбика без накида, все в одну петлю, 3 столбика. Провязали. И теперь переходим на вторую сторону, и по второй стороне мы провязываем 22 столбика без накида. Довяжите этот ряд до конца самостоятельно. Провязали. Следующий ряд мы начинаем с вами с двух прибавок. То есть мы провязываем 2 прибавки. Первая и вторая. Для удобства можно поставить маркер в начале ряда. Дальше мы провязываем с вами 21 столбик без накида. 2, 3 и так далее. Провяжите. Провязали 21 столбик, и вы должны были вот дойти как раз до 3 петелек, которые мы вязали в одну петлю. И здесь мы провязываем в них 3 прибавки подряд. То есть в одну петельку прибавку, во вторую петельку прибавку и в третью петельку прибавку. Дальше мы снова провязываем 21 столбик без накида по другой стороне. 2. Провяжите, пожалуйста. Провязали 21 столбик, и в последнюю петельку мы с вами провязываем прибавку. Это мы провязали с вами второй ряд. Следующий ряд. Следующий ряд мы будем с вами провязывать столбик, прибавка. Провязали столбик. Я все-таки поставлю маркер. И провязываем прибавку. Дальше мы провязываем снова 21. Так, нет, стоп. Провязали столбик, прибавку. И провязываем еще раз столбик, прибавку. То есть два раза. Извините, чуть-чуть не ошиблась. Столбик, прибавка еще раз. То есть два раза.
Прошу прощения, в третьем ряду мы начинаем провязывать столбик прибавка 2 раза, вот. И дальше уже провязываем 21 столбик. Первый, второй, третий и так далее. Провязали 21 столбик, пришли к тому месту, где мы делали 3 прибавки. И здесь мы теперь провязываем столбик прибавка 3 раза. Столбик, прибавка. Второй раз столбик, прибавка. И третий раз столбик, прибавка. Провязали. Теперь снова провязываем 21 столбик. Провязали, остается у вас 2 столбика в конце, и также провязываем в них столбик и прибавка. Думаю, вы теперь поняли, да, принцип, как это вяжется. Давайте еще ряд провяжем вместе, потом я вам расскажу, и вы будете уже довязывать самостоятельно. Провязываем, так, какой-то у нас первый, второй, пятый столбик. Пятый ряд. Все, заговорилось уже. Мы начинаем провязывать 2 столбика прибавка 2 раза. Первый столбик. Второй. И прибавка. Пятый ряд, это если считать с воздушными петлями. Если считать только провязанные ряды, то это четвертый ряд. Вот почему я запуталась. Так, еще раз провязываем первый, второй столбик и провязываем прибавку. Так, дальше снова провязываем 21 столбик. Провязали 21 столбик. Мы снова пришли к этому месту, где мы делали с вами прибавки. Это я объясняю для того, чтобы вам было понятно, как дальше будете вязать. И мы провязываем здесь 2 столбика прибавка 3 раза. Первый столбик, второй столбик, провязываем прибавку. Дальше первый столбик, второй и прибавка. Это второй раз мы провязали. Первый столбик, второй и прибавка. Это мы провязали с вами третий раз. Теперь снова провязываем 21 столбик по прямой. Ничего, что деталь закручивается, она потом все расправится и будет ровно. Провязали 21 столбик, остается у нас 3 петли, и мы провязываем 2 столбика прибавка. Думаю, что вам уже принцип понятен. Сейчас еще раз рассказываю. Значит, в начале ряда, в следующий ряд мы теперь провязываем 3 столбика прибавка 2 раза. Провязываем 21 столбик, доходим до закругления, провязываем 3 столбика прибавка 3 раза, 21 столбик и в конце провязываем 3 столбика прибавка. Дальше, следующий ряд, 4 столбика прибавка 2 раза, 21, здесь 4 столбика прибавка 3 раза, 21 столбик и в конце 4 столбика прибавка. То есть думаю, что понятно, да, по какому принципу мы вяжем. И мы должны вот так провязать, так, сейчас скажу, до 8 столбиков прибавка. Да, до 8 столбиков прибавка. Вот сейчас мы с вами провязали 2 столбика прибавка, то есть получается у вас выйдет еще 3, 4, 5, 6, 7, 8. Еще 6 рядов.
Вот 6 рядов, провяжите самостоятельно, как я объясняла. В каждом последующем ряду просто увеличиваете петельку перед прибавкой. То есть сейчас 3 столбика прибавка 2 раза. В следующем ряду 4 столбика прибавка 2 раза. И по бокам везде вяжется по 21 столбику. Доходите до поворота и также провязываете. Также провязываете 3 столбика прибавка только 3 раза. Надеюсь, всем все понятно. И в конце ряда провязываете 1 раз 3 столбика прибавка. И так увеличивая каждый ряд на одну петельку. Я провязала все ряды. Вот такой коврик у меня получается. У меня те ниточки закончились, и я продолжила другими. Ну, получился вот такой цветной коврик. Здесь я сделала соединительный столбик и закрепила ниточку, потому что я буду обвязывать другими ниточками. Теперь мы должны с вами сделать обвязку этого пледа. Можете его делать любыми нитками, можете продолжать этими же нитками. Теперь я буду... Вот у меня есть такая ниточка, травка. И вот, чтобы красивее было, я буду обвязывать ей. То есть я присоединяю ниточку, делаю петельку и сюда же провязываю столбик бинакида. Следующую петельку я провязываю столбик без накида. А в третью петельку я уже провязываю прибавку. И вот так нужно провязать по всему краю. 2 столбика прибавка по кругу. Один столбик, второй столбик и прибавка. Можно просто, если у вас однотонный плед, взять другую ниточку, там, не знаю, на ваше усмотрение. В общем, обвязка идет на ваше усмотрение. 2 и прибавка. Итак, обвяжите до конца по кругу весь коврик. Все, вот я обвязала, и видите, после обвязки он немножко уже вот принимает форму такую, что ляжет сама на спину игрушки. Теперь нам нужно с вами украсить коврик, и дальше уже тоже на ваш выбор. Вот смотрите, можно украсить кисточками, можно украсить шариками. Я вот здесь сделала и то. Посерединке я сделала шарик, а по краям я сделала кисточки. Думаю, что сегодняшнюю игрушку я украшу просто кисточку. Одну кисточку сделаю, и все. Можете сделать с краю, можете сделать вокруг все в шариках. То есть это уже на ваш выбор. Я вот сделала только по краям. Ну, думаю, как делать кисточки, вы все знаете. Ну, давайте. Это наподобие, как мы челку делали, как помпоны часто все делают. Шарик связать, думаю, тоже сможете. Я вязала вот у этой ламы маленькие шарики. Вот такие, да. Я делала 6 столбиков, набирала в кольцо амигуруми. Потом провязывала 6 прибавок. Провязывала 2 ряда по 12 столбиков, потом провязывала 6 убавок и затягивала отверстие. Немножко набивала наполнителем. И вот такие маленькие шарики у меня получались. Поэтому шарики ничего сложного, я думаю, вы свяжете. Ну, конечно же, и кисточки вы сделаете. Ну, давайте вот так же, как с челкой, нужное количество, какое вы хотите, наматываете. Ниточку обрезаем. Посерединке мы связываем на узелочек.
Еще на один. Так. Берем еще ниточку. Эти ниточки, которыми связывали, тоже сюда. И отступаем от того места, где мы завязывали ниточку, небольшое расстояние. Так, это не очень удобно, но мы попробуем. Убегает. И завязываем также здесь узелочек. Можете делать своим. Может, вы хотите цветочками украсить, может, еще как-то по-другому. То есть украшение это вообще на ваш выбор. Все, завязали, ниточки тоже сюда опустили, чтобы все у нас пошло в дело. Ну и теперь просто разрезаем, смотрим и подравниваем до нужной нам длины. Все. Вот получилась такая кисточка, да? Можно попушить, если вы хотите. И вот делаете либо кисточки, либо шарики. И будем украшать с вами. Я буду сегодня украшать кисточками. Ну, я думаю, тут ничего сложного, да? Вот я буду делать, вот я наделала кисточек. И на коврик я буду прицеплять одну кисточку. То есть я нахожу серединку, где-то примерно по 3 столбика я отступлю от центра, присоединяю ниточку и набираю, ну, допустим, 7 воздушных петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Теперь я беру кисточку, нахожу ниточку, цепляюсь за нее и провязываю тоже столбик без накида. И снова провязываю 7 петель воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Оп. И все. И теперь присоединяю это на таком же расстоянии. Просто соединительный столбик провяжу. Все, и закреплю. Ниточку потом я спрячу. Вот сегодня у меня будет вот так это выглядеть. Одна кисточка. Вы, если делаете 3, значит, соответственно, вы рассчитываете на 3. То есть прикрепили нить, набрали воздушные петли, присоединили либо шарик, либо кисточку, провязали еще 7 воздушных петель или 5, сколько вы будете делать, прикрепились. Тогда вы провязываете, ну, либо соединительный столбик, либо столбик без накида. И опять продолжаете. Набрали 7 воздушных петель, присоединили шарик или кисточку и присоединились потом снова к коврику. Самое главное, чтобы это было на одинаковом расстоянии. И все, вот так украшаем. Так, ну все, вот коврик у меня готов. Теперь нам остается связать, если вы вяжете девочку цветочек. Я не буду сегодня вязать цветочек, потому что у меня получается мальчик. Вот. Но я вам расскажу, конечно, как связать цветочек. А сейчас давайте. Ну, ожерелье тоже очень просто вяжется. Набираете цепочку из воздушных петель, так чтобы ее хватило вокруг шеи, по размеру шеи. Тут конкретно сколько у кого получится непонятно, потому что и вязка у всех разная по плотности, и нитки разные. Поэтому толщина шеи будет у всех разная. Итак, набираем цепочку из воздушных петель.
Вот я набрала цепочку из воздушных петель, и у меня получилось здесь так 52 петли. Теперь я высчитываю, на вот эту часть уходит 5 петель, то есть 3 промежуточные и вот здесь 2. 5. Если вы делаете 5 шариков, значит убираете 25, забираете. Я буду делать всего лишь 3 штучки, поэтому 15 петель. То есть получается 15 петель мне в серединке нужно оставить. Так. И теперь я буду провязывать так. 56 минус 15. Получается 41. Угу. Провяжу 20 столбиков и потом с вами встретимся. Все, вот я провязала цепочку из 20 столбиков. Теперь я набираю 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И делаем то же самое, что мы делали на коврике. И теперь присоединяем либо шарик, либо кисточку. Так. И провязываем столбик без накида. Провязали. Это чтобы получше держалось. И снова 7 петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И теперь возвращаемся к нашей цепочке. Посматриваем, чтобы... А то крутим туда-сюда мы, чтобы ровненько. Ну, если чуть-чуть перекрутится, то ничего. Так, пропускаем 1, 2, 3, 3 петельки. В четвертую петельку провязываем столбик без накида. Так, 1, 2, 3. Вот сюда у меня получается. Нет, 1, 2, 3, вот сюда. Провязываем столбик без накида. И в следующую петельку мы также провязываем столбик без накида. И снова набираем 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И повторяем все то же самое, что мы делали с первой кисточкой. Присоединяем. Провязываем столбик без накида. И снова 7 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Провязали. Снова возвращаемся к нашей цепочке. Отсчитываем 3 петельки. 1, 2, 3. Пропускаем их. И в четвертую провязываем столбик без накида. И в следующую петельку провязываем также столбик без накида. Можете побольше сделать расстояние, провязать там еще несколько столбиков. Но я думаю, что вот так вполне достаточно. Но это смотрите на ваше усмотрение. И так делаете до тех пор, в зависимости от количества, которым вы будете украшать. Присоединили так все украшения. И до конца, конечно же, довязываем просто столбики без накида. И потом одеваем это ожерелье на шею, закрепляем, и все. И останется только цветочек. Довязываем. Так, ну все, ожерелье доделали. Я потом покажу это в полный размер. И вот такой цветочек. Если вы хотите, ну, не очень удачный он, или я его неправильно сделала, не знаю. В общем, как этот цветочек вязать?
Набираете 31 воздушную петлю. Состоит он из 15 лепестков. Сначала вы провязываете 5 больших лепестков. Во вторую петлю вы провязываете полустолбик с накидом, 5 столбиков с накидом, 1 полустолбик. Все в одну петлю. В следующую петлю вы провязываете столбик без накида. Это вот один большой лепесток. Провязали. Провязываете их в общем 5 штук. Дальше идут средние 5 лепестков. Средний лепесток состоит. В одну петлю мы провязываем полустолбик с накидом, 3 столбика с накидом и полустолбик с накидом. В следующую петлю провязываем столбик без накида. То есть получается вот такой средний лепесток. Их тоже 5 штук. И последний маленький лепесток. Вы провязываете 3 полустолбика с накидом в одну петлю. В следующую петлю 1 столбик без накида. И получится у вас вот такая цепочка с лепесточками, с разными. Потом это все закручиваете по кругу и закрепляете. И будет вот такая розочка. Ну, можете связать свой любой цветок, какой вам понравится. Прежде чем показать вам в полный рост, покажу вам, была у меня в планах, у меня был следующий мастер-класс. Вот деталь уже одна готовая, но очень неточный перевод у этой схемы. Это уже точно бесплатное, поэтому я кое-что там додумываю, исправляю. И, но пока еще вот готова у меня только вот одна такая деталь. Но это я к чему? Я пока откладываю мастер-класс и буду решать вопрос с бегемотом. Я не могу оставить это так, поэтому буду либо придумывать, либо что-то еще. Поэтому следующий мастер-класс будет про бегемота. Не знаю, когда я успею его, потому что скоро майские праздники, и успею я до них или нет, посмотрим. Но, по крайней мере, бегемот будет точно. Ну вот, показываю вам в полный рост. Вот такой пацан, можно сказать, у меня получился. И вот насколько он получается больше белой ламы. И больше ламы из софти. Ну, пацаны, они всегда крупнее, поэтому помним, да, что вязала я крючком номер 3. А если бы я вязала крючком 3,5, то он был бы еще больше у меня. Ну, в общем, я довольна. Так что решайте, если вы решились вязать, то решайтесь, какую ламу вы будете вязать. Можно связать из тонкой пряжи, полухлопка, полушерсти, все равно. Итак, всем спасибо, кто вязал вместе со мной. Всем ровных петелек и пока-пока.